Чтобы стать миллиардером, нужна прежде всего удача, значительная доза знаний, огромная работоспособность и менталитет миллиардера. Пол Гетти. Пол Гетти – первый миллиардер США. Это самый богатый человек Америки в середине прошлого века. По размеру своего состояния он сумел обойти даже Ротшильдов и Рокфеллеров. А это миллионы работяг, клерков и госслужащих. Они последними словами ругают государство, проклинают свое начальство, плачут над мизерной пенсией. И не понимают, в чем же их главная ошибка. Безусловно, всех успешных людей объединяет одна черта, о которой, я считаю, необходимо будет сказать. Это то, что они никогда не действуют так, как действует подавляющее количество нашего населения. Для тех, кто сталкивался с работой на финансовых рынках, называется эффектом толпы. Вряд ли вы увидите топ-менеджеров компаний, руководителей среднего звена или таких успешных инвесторов, как Сорос и Баффет, в очереди, допустим, за какими-то очередными бонусами. Они никогда не понесут деньги в учреждения типа МММ, а также вы их не увидите у банкоматов, тщетно пытающих спасти свои вклады в обанкротившиеся банки. Forbes. Список богатейших людей планеты. Здесь знаменитые бизнесмены, нефтяные магнаты, короли телекоммуникаций, приближенные к власти или братья, сыновья, племянники влиятельных политиков и банкиров. Все они ведут успешный семейный бизнес, владеют крупными месторождениями, большими корпорациями, монополистами. Но есть здесь и миллионеры из трущоб. Они сумели подняться до уровня небожителей без связей и стартового капитала. И секрет весьма прост. Они научились зарабатывать там, где не научились другие. На Форекс и бирже. Карлос Л. Слим уже третий год возглавляет список Forbes. Будущий богатейший человек на Земле начал делать деньги еще в детстве. В 12 лет он открыл счет для покупки акций банка National de Mexico. Сейчас его состояние – это 69 миллиардов долларов. Уоррен Баффет – третий в списке Forbes. В возрасте 11 лет он впервые попробовал себя на бирже, купив на одолженные у отца деньги 3 акции Citys Service. Сейчас состояние Баффета – это 44 миллиарда долларов. Джордж Сорос в списке Forbes значится на 22-м месте. Свою карьеру в США он начал с работы в небольшой брокерской фирме. Все, что он мог тогда инвестировать – 1000 долларов. Сегодня состояние Сороса – 11 миллиардов. Есть здесь и Стивен Коэн, который учился оценивать риски на Форекс, играя в покер, и Ингеборга Моц, немецкая пенсионерка, которая сколотила состояние, просто увлекшись биржевой игрой. А одессит Александр Герчик сегодня и вовсе носит прозвище «Макрынка». С 99-го он не имел ни одного убыточного торгового месяца. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. Генри Форд. А теперь спуститесь с небес на землю. Не стоит думать, что войти в список Forbes благодаря Форекс легко и просто. Если бы это было так, то стать миллионером здесь было бы невозможно. На Форекс, как в спорте, олимпийскими чемпионами становятся единицы, а просто хорошими спортсменами – миллионы. Но опять же, не по случайности. Многие из нас имеют в личном пользовании автомобили. Миллионы людей пользуются индивидуальным транспортом по всему миру. Кто-то за это получает заработную плату, кто-то использует автомобиль в своих личных целях. Но надо сказать, что существуют суперпрофессионалы в этом виде деятельности, такие как, допустим, Михаэль Шумахер или команда КамАЗ-Мастер, которая неоднократно выигрывала ралли Париж-Дакар. В чем же ошибка новичков, как инвесторов, так и трейдеров? Имея какие-то минимальные начальные знания,
о функционировании финансовых рынков, они считают себя шумахерами. Отсюда повышенные риски, слитые счета, слитые деньги. Главное понятие любого бизнеса – профессионализм. В спорте нельзя за год вырастить олимпийского чемпиона. За пару уроков экстремального вождения нельзя стать шумахером. Естественно, и в торговле на Форекс и бирже нельзя преуспеть без навыков. Чтобы зарабатывать, надо учиться. Деньги служат лишь тому, кто умеет грамотно управлять ими. Гораций. Деньги не должны лежать мертвым грузом. Это правило мы усвоили хорошо в 91-м, потом в 98-м, потом еще раз в 2008-м. Но помните слова Пола Гетти про менталитет миллионера? Так вот, миллионер никогда не вложит все свое состояние в один инструмент. Секрет его успеха – грамотно сформированный инвестиционный портфель. Опытные инвесторы считают, половину заработанных средств надо пускать в оборот. То есть, если доход составил 10 тысяч долларов, 5 оставьте, а 5 вновь инвестируйте. Нельзя вкладывать все деньги в один инструмент. Рассчитанную на инвестирование сумму надо делить на две части, в зависимости от консерватизма или рискованности стратегии. Первую часть стоит вложить в консервативные инвестиционные инструменты. К ним относятся банковские депозиты, драгоценные металлы, недвижимость. А оставшуюся вложить в инструменты биржи и Форекс. Форекс уже давно перестал быть привилегией избранных. Сегодня брокерские компании предлагают не только удобные условия для трейдинга, но и выгодные инструменты для инвестирования. К сожалению, они малоизвестны простому обывателю. Во-первых, из-за финансовой неграмотности. Во-вторых, из-за молодости самих финансовых инструментов. Речь идет о системе PAM-счетов и индексах PAM-счетов. Система PAM появилась на рынке 3 года назад. По сути, это трехсторонний договор, где зарабатывает управляющий трейдер, вкладывает инвестор, регулирует отношения брокер. При этом месячный доход от такого сотрудничества может превышать годовой доход от банковского депозита в несколько раз. Однако этот инструмент все же больше подходит для людей, хоть немного знакомых с торговлей на Форекс. PAM-счет – это мощный, эффективный инструмент инвестирования на рынке Форекс. Он позволяет решать вопрос, на мой взгляд, один из ключевых в доверительном управлении. Он снимает проблему неторгового риска. Но сам по себе PAM-счет не является панацеей. Ведь, как любой другой инструмент инвестирования, он требует профессионального подхода к формированию инвестиционного портфеля. Тут возникает для инвестора риски следующего рода. В любом случае, успешных управляющих всегда меньше, чем всех остальных. Так как наша площадка весьма привлекательна для управляющих, каждый день их добавляется определенное количество. И, как правило, успешных из них все-таки меньше, чем неуспешных. Поэтому для инвестора, который, допустим, не обладает необходимыми знаниями и навыками по выбору успешного управляющего, выбор сделать достаточно непросто. Если вы владеете общими принципами торговли на Форекс и имеете опыт инвестирования, то PAM-счета – лучший выбор. Кстати, значительно облегчит формирование инвестиционного пакета супермаркет PAM-счетов. Это мультиброкерская система инвестирования, созданная компанией Pantheon Finance. Она объединяет на одной площадке предложения от разных компаний. Почему мы его называем супермаркетом? Фактически все происходит точно так же, как в любом супермаркете. Куда приходит человек, в зале он видит продукты разных производителей, может подходить, трогать, читать этикетки. В нашем случае инвестор заходит на сайт, смотрит предложения трейдеров, управляющих, может выбирать, решать, к
кого из управляющих помещать в свою инвестиционную корзину, а кого оставить так дальше пылиться на полке. Вот наглядный пример. Вы готовы инвестировать $2000. Подбираете для этого в супермаркете 5 наиболее успешных управляющих. По итогам торговли за месяц они демонстрируют следующие результаты. Первый трейдер – плюс 20% прибыли. Второй трейдер – плюс 30% прибыли. Третий трейдер – плюс 5% прибыли. Четвертый трейдер – минус 10% прибыли. Пятый трейдер – плюс 7% прибыли. В итоге ваш доход за месяц составляет $198 или 9,9%. При этом оставить в своем портфеле счет, который принес убыток, или заменить его – ваше право. Эксперты советуют не торопиться. Даже имея такой огромный выбор управляющих различных брокерских компаний и ПАМ-счетов, новичку-инвестору бывает очень сложно сформировать свой профессиональный инвестиционный портфель. Вот почему, когда около года назад наши коллеги и партнеры из компании Forex Trend представили на рынке новый продукт – индекс ПАМ-счетов, мы были несказанно рады этому. Ведь индекс ПАМ-счетов – это что? Это готовый инвестиционный портфель, собранный профессионалами и из профессиональных трейдеров. Инвестору не надо из 300 управляющих выбирать 3-4 там, или 5 и думать, как распределить между ними средства, когда вводить, когда выводить, в какой пропорции. Это все уже сделала компания. Ему достаточно просто приобрести индекс. А каждый индекс описан не только исходя из того, какие управляющие в него входят, но и по стратегии. Например, агрессивная, консервативная. И инвестор, зная свои приоритеты, может вполне выбрать приемлемую для себя. У индекса ПАМ-счетов есть по меньшей мере 3 преимущества. Первое – это удобство в сочетании с профессионализмом. Ведь это уже готовый инвестиционный портфель, который можно применять в своей инвестиционной стратегии. Взял и проинвестировал, и получает доход. Второе – это деньги. Ведь чтобы собрать такой же портфель из тех профессионалов, которые входят в индекс, ну, к примеру, возьмем индекс Platinum, нужно по меньшей мере $2200. А в индексе проинвестировать в этих же управляющих можно, начиная с 1000, а может быть даже и со $100, купив только долю этого индекса. Выгодно. И, наконец, третье – это время. У каждого управляющего есть свой торговый период. И в индексе он усредняется, сводится к одной неделе. Таким образом, инвестор получает возможность уже через неделю свободно маневрировать своими деньгами. Учитывая все преимущества, сегодня даже профессионалы выбирают для инвестирования индексы. Кстати, многие звезды шоу-бизнеса, спорта, известные политики и предприниматели тоже восторженно отзываются об этом инструменте. Это интересно. И мне давали даже доступ к торгам в онлайн-режиме. Я видел, как открывалась сделка, как она уходила в минус. Но по результатам, помните, эти 150%, все-таки я в прибыли. 150%. 155. Кстати, кроме Гоши Куценко, в ПАМ-счета компании Forex Trend вкладывают деньги и другие знаменитые личности. Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Денис Беринчик, многократный чемпион мира в многоборье Василий Верастюк и сильнейший человек планеты Виталий Герасимов. А это почетный президент компании-партнера, принц Максимилиан фон Габсбург, представитель знаменитого королевского рода Габсбургов. Он, кстати, лично курирует разработку инвесторских продуктов в компании Forex Trend. Интересно, что в надежность индексов ПАМ-счетов поверили и страховые компании. У участников рынка Forex впервые появилась возможность страховать вложенные деньги. Дело в том, что мы их не уговаривали в том, что инвестирование в Forex несет рисков. Несет. И мы и сейчас не отказываемся от того, что риски этому инвестированию присущи.
Страховая компания приняла решение о сотрудничестве с нами тогда, когда они поняли, что эти риски вполне управляемы и поддаются оценке. Когда они, используя определенные объективные критерии, смогли рассчитать уровень риска, присущий тому или иному счету, и, соответственно, выдвинуть условия, на которых они согласны эти счета страховать. С момента появления системы ПАМ-счетов прошло уже 3 года. С момента вывода на рынок индексов – год. Сегодня уже многие инвесторы смогли оценить выгоду этого продукта. А профессионалы – разработать рекомендации для более успешных вложений. Верный выбор инвестиционных инструментов, стратегии и управляющих. Исключительно от этого зависит, будет у инвестора прибыль или убыток. Новичкам я бы рекомендовал вкладывать консервативные ПАМ-счета и консервативные индексы. Тем, кто уже имеет опыт инвестирования, тем можно получить более высокую доходность на более агрессивных инструментах. Рекомендация у меня одна. Это не увлекаться агрессивными счетами. И помнить о том, что всегда, где есть прибыль 50% за неделю, с такой же долей вероятности может быть и убыток в том же размере, а может быть и 100%. Лично я от инвестиций в агрессивные счета воздерживаюсь, и на мой взгляд, это уже больше не инвестирование, а игра. Я бы порекомендовал подходить к ПАМ-инвестированию как к работе, потому что вот есть известная пословица, которая говорит, что тот, кто на Форексе играет, тот проигрывает, кто работает, тот зарабатывает. Вот к ПАМ-инвестированию это относится не в меньшей степени. К этому надо относиться как к работе, и тогда и результат будет соответствующий. Весь мир можно разделить на хищников и их жертв. Жертвы ждут милости, хищники добиваются своего. Когда миллионы людей ждут пенсию от государства, считая копейки до следующей выплаты, ошибка не в том, что у них был маленький трудовой стаж. Просто они всю жизнь пытались плыть по течению и делать так, как учило их государство. Но система образования устарела, как устарели и наши принципы. Пора перестать надеяться на чью-то помощь и работать на дядю. Учитесь торговать или инвестируйте. Только выбирайте не просто надежные или доходные инструменты, а надежные и доходные одновременно.